Внешэкономбанка – один из инвесторов сразу нескольких крупных проектов Ярославской области. Отсюда и визит главы госкорпорации Владимира Дмитриева в регион. Начинается он с туристического объекта – курорта «Золотое кольцо». Планы глобальные – замкнуть внутренний туризм Центральной России на исторические города Ярославской земли. Яблоко упасть некуда. Вот людей, которые едут сами по себе, уже зная о том, что есть озеро, есть город, есть там Ростов, вот, есть определенный сервис, который существует на сегодняшний день. Город, ну, некоторые разбегаются. Комплекс «Золотое кольцо», рассчитанный более чем на 3000 туристов, начнет принимать первых гостей уже летом 2015 года. Полностью же строительство планируется закончить в 2017 году. Согласно проекту, здесь строится несколько гостиниц и торговых центров, киноконцертный комплекс, спортивные и фитнес-площадки. Мы оцениваем степень готовности 60%. Достаточно высокая степень готовности с учетом того, что очистные сооружения практически готовы. Значит, ливневка практически готова. Пока кредитное соглашение с банком не подписано, хотя по прогнозам это может случиться в ближайшие недели. Проект входит в федеральную программу по развитию туризма. Его стоимость более 10 миллиардов рублей. Ну а Ярославская область получит налоги в бюджет и новые рабочие места. Визит главы Внешэкономбанка на Переславскую землю продолжался не более часа. После этого он в компании губернатора Ярославской области Сергея Ястребова на своем вертолете отправился в село Вощажниково Борисоглебского района. Там его встречает мой коллега Александр Лисицын. Да, Вагиз, здесь все уже давно ждут визита Владимира Дмитриева, чтобы обсудить с ним дальнейшие инвестиции в проект Вощажниково. Вертолет с председателем Внешэкономбанка должен приземлиться с минуты на минуту. Глава ВЭП, по сути, прибыл с одной целью. Владимиру Дмитриеву на месте предстояло оценить производство и решить, стоит ли продолжать инвестировать деньги в проект. Вощажниково в цифрах – это два комплекса, 4000 коров, 110 тонн молока в сутки. Главный зоотехник Андрей Гусев показывает местную гордость. Эту буренку дает по 70 литров молока в сутки. Эту корову можно назвать олимпийским чемпионом в нашем стаде. То есть есть первое место – это она, есть второе и третье – это 50-60 литров. И есть середнячки. В планах собственный ярославский бренд. Неподалеку от Вощажниково скоро появится молокозавод. На стадии строительства и на чертежах еще три агрокомплекса. На это нужно еще около 20 миллиардов. Владимир Дмитриев после экскурсии готов поддержать ярославских фермеров. Мы приступили уже к обсуждению бюджета расширенного, так сказать, формата. Вот. Но, как правило, мы участвуем примерно в 80% от общего бюджета этого проекта. Не обошли стороной и горячую тему дня. Речь идет о запрете ввоза в Россию зарубежной сельхозпродукции. Кстати, в этом списке и молочка. В правительстве области считают, что это поможет ярославскому производителю. Мы ждем и уверены в том, что и люди, и технологии сегодня у нас ничуть не хуже, чем в Европе, и мы готовы это доказать. Еще один факт, вселяющий надежду. Средний возраст работников агрокомплекса 25-30 лет. Возможно, эта молодежь и есть будущее ярославского села. Александр Лисицын, Вагиз Загидуллин, Дмитрий Баранов и Георгий Иванов. День в событиях.